Этому, поэтому только-только подходят болельщики еще сюда, но до 500 человек разрешено посетить сегодня мероприятие. Есть и активная группа поддержки, я имею в виду про тех, кто будет, наверное, громко кричать всю игру. Еще один бразильский легионер Алекс. Состав Самары. Состав Самары сегодня, в принципе, такой же, каким они начинали этот сезон. В воротах, ну нет, начинали половины. Вот, кстати, говорил ты, Егор, про то, что как на чемпионат Европы действуют наставники, но все-таки чемпионат Европы был 2-20. А вот и первый гол. Ришат Котляров забивает. После смещения в центр Ришат поражает ворота своей бывшей команды. Уже, кстати говоря, не первый раз в текущем сезоне. Ришат забивал Норильскому никелю здесь же, в кубковой игре, которая состоялась в начале декабря. Давайте посмотрим. Раскачал Тимерлана Алибекова. И как только прибежал на подмогу к Тимерлану Сергей Орлов, успел вот этим ударом избавиться от мяча и от Ли. Алексей Лялин, Кнауп выцеливает и бьет по воротам низом. Фернандо, подбор! 2-0! Фернандо Драслер на гроссмейстерской паузе сейчас выдерживает ее и отправляет мяч в тот же самый угол, что и Ришат Котляров на 10-й минуте. 2-0. Самарская «Динамо» увеличивает свое преимущество. Отмечаем классный удар Арнольда Кнауба. Не совсем с ним справился Николай Балашов, но если больше везло Илье Беспалому, когда на пятачке там чистили его партнера по команде, то здесь немножко не сориентировался Алекс, не успел подстраховать переворота. 33-я минута, счет становится 2-1. Ну вот про то, что я говорил, и в первом тайме не подстраховали на пятачке, правда, не Беспало, а вообще, когда мяч отскочил. Где-то вот прям на самом, кстати, пятаке там сейчас это было. Если бы это у нас был хоккей, то как раз синюю зону, точнее, бы не покинул мяч. И как попал-то еще, а, Кутузов? Буквально в какую-то малюсь. Тихин максимум выжил, заработал угловой. И вот, пожалуйста, для чего Арнольд Кнауп выходил весь первый тайм и вышел на 17-й минуте второго. Дальний удар игрока национальной сборной Казахстана. 3-1. У него на спине красуется троечка, и именно третий мяч своей команды в сегодняшней игре Арнольд забивает. Классный выстрел в дальний угол, но у нас сегодня все самарцы попадали четко именно в дальний угол. Что Фернандо, что Ришат, что теперь Арнольд Кнауп. 3-1, возвращает себе хозяин. Причина этого, ну, видимо, хотели еще немножечко время вытянуть. Но в итоге все это привело к тому, шикарный что... гол. Это шикарный гол Сергея Орлова. В такой ситуации сыграть вот так хладнокровно и технично, конечно, может только настоящий мастер. Во-первых, Руслан Кудзиев сначала ждал подключения партнера на фланге, но в итоге нашел пасом внутри штрафной Сергея Орлова. И Сергей, посмотрите, какие волшебные два касания. Да, у нас на чемпионате Европы, конечно, случались мячи. Это за 2,4 до окончания матча. Кудзиев на дальний занота, но Лялин дальнюю закрыл. Потому как последний матч самарская «Динамо» сыграла здесь 8 декабря, еще до Нового года. И очень интересный эпизод происходил уже после того, как разыграли штрафной удар футболиста Рискова.